Всем здорово, друзья, всем доброй ночи, и походу мне придется разобраться. Пляжная вечеринка ночью происходит, и мне нужно с этим разобраться. Ребята мешают спать не только мне и моим соседям. Наша задача — пойти разобраться, попросить сделать музыку потише и, конечно, разойтись. Я взял дубинку, если что, конечно, набить морду кому-нибудь. Надеюсь, ребят не слишком много и не придется вызывать подмогу, вызывать полицию и даже вызывать сват. Но походу... Я ошибаюсь, там их, походу, чертовски много. Обалдеть, ребята приехали и устроили вечеринку ночью. Понимаю, если было бы днем, все нормально было, но это ночью мешает спать. Спустимся аккуратненько, я взял дубинку на всякий случай. Если что, будем бить в морду сразу же. Если, конечно, не будут подчиняться и не разойдут ребята. Прекрасная ночка, светит просто изумительные звезды, очень ярко, и, конечно же, есть полнолуние. Обалдеть. Почему я сюда и перебрался? Здесь прекрасный вид и, конечно же, бывают добрые соседи. Особенно вот такие. Обалдеть, их там чертовски много и придется со всеми разобраться. Конечно, будем вызывать подмогу, будем вызывать полицию, альфа-патруль, если понадобится, но разобраться с этим точно нужно. Чтоб ребята знали, кто здесь хозяин. Кто в доме хозяин, разберемся, уже посмотрим. Там, походу, даже есть тачка с пулеметом. Обалдеть, ребята довольно реально серьезные и нужно с этим что-то делать. Хорошо, подойдем поближе, посмотрим, что у нас, есть, что у нас, что за кипиш. И, ребята, давайте попробуем все-таки разойтись по домам. Ух ты, бамайга, их тут чертовски много. Ребята, сделайте, пожалуйста, музыку потише, потому что мешаете спать не только мне, но и всем. Они, вижу, попивают пивко, у них реально все весело, ребята, сделайте музыку потише. Походу, ребята у нас не понимают, и придется, наверное, парочку зубов все-таки кому-нибудь сейчас выбить. Так, ну, вижу, чувак, ты у нас выпиваешь пивко. Оп, нормально, он сразу зашел. Ребята, сделайте музыку потише, я просил вас дважды. Черт возьми, ты хорошо пьешь, какой-то накачанный. Тебе придется, наверное, в морду дать первому. Ух ты, да, хорошо пошел. Ты вижу, у нас там красотка тоже с бейсбольной битой. Чувак с топором, обалдеть. Ребята серьезные, настроены серьезные. Так, походу пропустил, ничего страшного. Сейчас возьмем реванш. О, нормально отлетел. Так, красотка, брось биту. Извини, зубов ты не надосчитаешься. Так, детка, детка, брось битку, пожалуйста. Не хочется мне бить, но все-таки мне придется тебе ударить. Прям черепушку, хорошо. Сам она захотела. О, спокойно, с топориком. Чувак довольно серьезный, маленько в сторону сразу его. Красотка, тебе, походу, второй уже дубляж. Тебе тоже второй. И сразу отдыхает. О май гад, это еще одна с бейсбольной битой. С топориком промахнулся. Так, давай еще раз, подходи ближе. Подходи ближе, я смогу. Нет, черт, пропустил второй удар. По зубам. С одного удара он сразу валяется. Нет, еще поднимается. Ребята, подходите по одному, на всех хватит. Держи кусок. Нормально отлетел. Еще один подошел. О, с ножиком спокойно. Детка, брось биту, я уже, походу, третий раз себе или второй раз. На тебе. Обалдеть, отлетело. Чувак решил уйти в сторону, но все-таки не получилось. Детка, как отлетело. С топориком довольно опасный, нужно сразу его вырубать. Так, вырубаем. Какая серьезная, посмотри-ка. Как она упасть-то меня? Черт возьми, я пропустил сразу два. Нужна подмога, вызываем подмогу. Сейчас разберется с твоим полицейским Сантоса. Так, все что ли? Нет, есть еще одна. Черт, пропустил. Вот это, конечно, было неожиданно. Так, хорошо, поднимемся и разберемся с тобой. Походу, последняя осталась. По зубам тебе. Обалдеть. Шикардосик. Нет, смотри, какая же. Валяться на земле. Сейчас приедет полиция Лос-Сантоса и с тобой разберется. Разберемся, кто тут хозяин. Ребята просил музыку потише, и сейчас ребята точно ее выключат. Приехала подмога, сейчас будем зачищать. Сейчас будем посмотрим, что у нас тут есть. Кто у нас остался еще? Полиция Лос-Сантоса уже приехала. Полицейский патруль, альфа-патруль, все на месте. Ребята, спокойно, главное, не сбейте меня. Все в кипиши, и полный у нас трэш начинается. Ребята, нужно проверить, я взял оружие на всякий случай. Пойдем, ребята, проверим, там у нас есть еще парочку машин. Какие дерзкие-то. Там есть еще парочка машин, и ребята, походу, вооружены. Вот черт возьми, ребят, началась перестрелка. Обалдеть, серьезные ребята, и нужно сразу их гасить. Спокойно, спокойно, нужно найти укрытие. Ребята, прикройте меня, я вижу, есть тачка с пулеметом, и как раз можно ее использовать. Ну-ка, ребята, прикройте, сейчас возьмем пулемет. Сейчас будет жарко, я чувствую. Держи, потеха, больше свинца и больше трупов, конечно, будет.
Ух ты да, пошла потеха. Пошла жара по полной, подмога приехала в самом разгаре, началась заварушка. Обалдеть, они все идут и идут. Жесть, там чертовски жарко. Свинца им больше, и, конечно, больше трупов у нас будет. Не тут-то было. Так, ребята, просто справа вижу. Справа я прикрою вас, ребята, прикрывайте меня слева. Там меня где-то прессуют еще. Они слишком далеко. Ух ты, жарко. Тут чертовски жарко уже. Ребята, давайте прикрывайте. Я вижу, с правой стороны есть еще один. Прикрывайте, если что, у меня. Где нужна подмога? Походу, подмоги больше не будет. Нужно гасить всех остальных. Обалдеть, серьезно, ребята, их довольно много. Там чертовски жарко. Так, вирус проваляется уже. Да, он валяется, ему нужна подмога. Походит меня с левой стороны тоже, слева никого нету. Походу, подмоги больше не будет. Жесть, я остался походу один. Но будем, конечно, с этим разбираться. Пляжная вечеринка в полном разгаре, походу. Больше свинца, вижу, справа у нас обходит, пытается слева тоже, что пытается пойти. Я вызвал подмогу, надеюсь, ребята подоспеют вовремя. Так, они уже подошли слишком плотную. О, спокойно, меня даже выкидывают уже. Черт возьми, он походу сел за пулемет. Нужно его гасить. Черт возьми, у нас что есть? У нас есть револьвер. В принципе, хорошее оружие, они подошли слишком близко. И нужно брать, наверное, уже обрез. Нужна подмога, нужен сват. Альфа-патруль, пожалуйста, в помощь. Так, секундочку. Перезарядку. Обалдеть, сколько, говорит, чертовски много. Надеюсь, с левой стороны мне не обходит, потому что я не вижу, что у нас происходит с левой стороны. Так, нужна точность. Нужна точность прямо в голову. Хороший выстрел, со второго он сразу улегся. Так, вижу слева, у нас где-то идет обстрел. Нет, не вижу. Так, они хорошо сидят. Где-то все-таки меня обстреливают. Один выстрел, точно, и он уже на земле. Так, я слышу, есть подмога. Да, я подмога подходит, и сейчас будет заварушка. Так, больше никого нет, не вижу слева. Так, ребята уже отступают. Они отступают, просто прям в спину уже гасим. Так, он живой, не живой? Ну-ка, сядем уже и прокатимся на мотоцикле. Сейчас будет веселье. Ребята, маленько в сторону, я решил прокатиться. Жалко, у нас нет УЗИшки. Пардон. Где-то у нас есть еще парочку засели. Нет, у нас тут никого нету. Прокатимся, наверное, чуть вперед. Наверное, впереди у нас осталось ручки. Все-таки парочку у нас бандитов, но я никого не вижу. Это, походу, и все. Гора трупов и, конечно, гора полиции трупов. Слишком много потеряли, но уничтожили довольно много бандитов, которые устроили пляжную вечеринку. Ух ты, да. Довольно тут было жарко, много трупов вижу. Хорошо, пойдем, наверное, посмотрим, что там, сколько потерь мы потеряли, сколько полиции. И, конечно, будем вызывать скорую помощь и помогать нашим. Обалдеть, ну положили довольно много и, конечно, реально сделали нашу миссию. То есть мы приглушили музыку и все чудесно. Ребята, как ваши дела? Все, надеюсь, прекрасно, вы, надеюсь, уже оклемались и, наверное, можно, в принципе, расходиться уже. Потому что уже мы всех уничтожили. Ребята, вы сегодня поработали довольно хорошо. Конечно, Найс, полиция Лос-Сантоса работает всегда прекрасно. Жалко, у нас нет альф-патруля, но, в принципе, ребята не очень серьезные, и поэтому сегодня нас не было альф-патруля. Ребята, расходимся, разъезжаемся. Конечно, мы соберем трупов, вызываем скорую помощь и, конечно, соберем уже трупы эти. Я, наверное, пойду домой уже и буду отсыпаться, потому что ночка была довольно жаркой. Ох ты жесть, сколько здесь трупов, обалдеть. Так, секундочку, у нас какая-то заварушка. У них, походу, приехала подмога. Ребят, нас гасят жестко, сразу двоих вынесли. Обалдеть, их там чертовски много вижу. Так, у нас есть автомат, можно автоматом, в принципе, все это дело посеять. Обалдеть, их там чертовски много, пардон, чувак. Жесть, как на капоте развелся. Обалдеть, ребята, отступаем в сторону. Так, у нас есть еще пулемет, и можно, конечно, с помощью пулемета их прикрыть. Пока у нас есть подмога, нужно это дело прикрыть. Так, вижу, с левой стороны меня пытается обходить. Жесть, их там чертовски много. Вызываем сват, вызываем альфа-патруль, и, конечно, сейчас будет заварушка. Так, обходит меня слева. Слева обходит, вижу, сверху еще меня обходит. И, походу, приехала подмога. Этого, конечно, я не ожидал. Я уже думал, буду дома и попивать кофе, и кушать пончики. Жесть, тачку с пулеметом уже уничтожена. И придется уже на своих двоих передвигаться. Обалдеть, ребята, прикрывайте меня. Но, походу, подмоги уже нету.
Так, нужно отступать. Походу придется отступать. Чувак, отступай. Нет, он уже не жилец. Я отступаю. Я чертов с два отступаю, потому что их чертовски много там. Так, есть камень, можно уйти в укрытие и отстрелять. Слева, справа их и очень много, и, конечно, мне жесть. Вижу, есть дробовик с левой стороны. Мне нужна подмога. Черт возьми, мне нужна подмога. Где-то сверху. О, снят. Нет, походу ранят. Обалдеть, вижу четверых, пятерых слева. И еще троих справа. Обалдеть, ребята, здесь довольно жарко. Пляжная вечеринка, походу, затянулась. Но не тут-то было. Не просто так взять майка. Так, прям в голову. Ох ты да, чувак, это больно. Я знаю, это чертовски больно, и все больше и больше. Где моя подмога, черт возьми? Так, нужна подмога. Нужен сват, нужна полиция Лос-Сантоса. И давайте же, ребята, приезжайте скорее, потому что тут слишком жарко. Ух ты, жесть, поднимается наверх, пытается меня обойти с левой стороны, но не тут-то было. Нужно, наверное, все-таки отступать. Нужно отступать вперед. Отступаем в трусах, уже бежим куда-нибудь подальше. Нужен камушек побольше. Ну, вроде бы, в принципе, неплохо. Неплохой камушек, и можно отстреливать. Как он хорошо прикрывает меня. Обалдеть, нужна еще подмога. Так, вижу, справа есть. Они пытаются обойти меня все-таки с фланга и взять меня просто спереди. Не тут-то было. Майка не просто так не взять. Сейчас возьмем дробовичок. Как отлетел. Один, второй отлетел. Так, нужно перезарядка. Так, чувак, отдыхай. Он готов. Нет, еще живучий. Какие живучие? Походу, из бронежилета. Обалдеть, ребята, вы сегодня довольно не вовремя. Я не был готов к этой перестрелке, потому что у меня оружия практически никакого нету. Сейчас бы, конечно, хороший пулемет или РПГ. Так, отдыхай, чувак. Реально живучий. Нужно прям в голову стрелять. Это уж наверняка. Они уже взяли практически меня в кольцо. Где моя подмога, черт возьми? Полиция Лос-Сантоса, где находитесь? Меня уже обходят с левой стороны, уже с фланга пошли. Так, один, второй. Тут еще и третий есть. Прям в голову, и он уже на земле. Окей, практически готов. Какие живучие ребята. Походу придется еще отступать еще дальше. Отступаем. Отступаем, чертов с два. Как они бегут за мной, но уже не смогут меня обойти, в принципе, сзади. Это мой, конечно, плюсик. Эх, жесть, их там чертовски много. Еще приехали на тачках, походу. Так, нужна перезарядка, нужна подмога. Я не вижу подмоги, потому что подмога реально не едет ко мне. Это очень фигово. Так, мне пытаются через справа стороны обойти. Не тут-то было. Все, зачистим, всех уничтожим. Черт, черт, меня прессуют. Меня жестко прессуют, они подходят слишком близко. Берем дробовик уже и просто выкашиваем всех. Ребята, вам нужно снес. Так, нужна еще подмога. Нужна подмога. Меня жестко прессуют, но я надеюсь, меня будет с флангом. Черт, походу мимо. Нет, все нормально. Обходим. Они пытаются все-таки обходить. Один, второй. Ребята, отдыхайте. Так, отходим, отходим. Отходим назад. Да, конечно, сегодня униформу я взял просто обалденную. В одних труселях и все. И дробовик уже... на перевес. Так, меня обходит сзади. Меня спереди обходит. Где моя подмога? Черт возьми. Так, уже, походу, в рассыпную. Все рассыпную, и нужно уже добивать оставшуюся банду. Так, ну, второй готов. Ребята сегодня реально живучие. Какие живучие-то? Надеюсь, не обойдут меня сзади. Нет, вижу, если уже обходят меня. Пытаются обходить уже с другой стороны. Так, но чисто. Чисто, нужна подмога. Вызываем подмогу. О, спокойно. Ты кто такой? Успокойся. Черт возьми. Я тебя предупредил дважды. Вот моя подмога приехала, наконец-то. Полиция Лос-Сандерса. Надеюсь, СВАТ тоже приедет. Альф-патруль приедет. И ребята сразу получили свинца. И уже валяется на земле. Очуметь. Мне нужен пулемет для... на перевес, чтобы всех этих раскидать, ребят. Так, не приехала еще подмога. Я вызываю уже альф-патруль. Надеюсь, ребята приедут и разберут уже. Так, прям в спину. Это, конечно, не по-спортивному. Но, походу, их слишком много. Не приходится выбирать. Так, у них, походу, есть все-таки пулемет у некоторых. Можно, конечно, отобрать и уже взять его в руки себе. Мы в труса возьмем пулемет на перевес и будем гасить всех. Так, нормально, нормально. Надеюсь, сзади никого нет у нас. Потому что я занят только передом. Так, сзади никого нет. Ух ты, жесть. Довольно жаркая ночка сегодня. Прям в спину. Какой живучий оказался. Мне нужен, по идее, пулемет, и уже пулеметом хорошенько все это дело зачистить. Так, мне все-таки, кажется, обходит с другой стороны. Да, вижу, с правой стороны меня обходит, пытается. О, ты слишком много. Как ты слишком вырвался. Прям черепушку.
Так, маленько назад, у нас уже 0 патронов. Мне реально уже не хватает патронов. Да, по нулям уже. Но только не в рукопашку, конечно. Черт возьми, мне реально... Ох, нету, есть пулеметик. Пулемет наперевес, то, что я и говорил. Сейчас покажем, кто тут батя в доме. Черт возьми, прям в спину. Свинцом просто вас нашпингуем, ребята. Спортивных накачанных ребятишек на свинца побольше. Так, походу, кончились патроны и добьем. Нет, есть еще патрончики. Мы взяли еще патроны и остатки, походу, остались. Ох ты жесть, ребята, они на землю быстро. Полиция Ос-Сантоса. Хотя мы не полиция, мы просто работаем инкассатором в банке. И, походу, это и все. Обалдеть. Жаркая ночка, ребята, вы приехали слишком поздно. Мне нужна была подмога гораздо раньше. Жесть. Там слишком много трупов, вызываем уже скорую помощь. И пускай ребята работают, убирают трупы. Но ночка была чертовски жаркой. Но, друзья, а утром уже я пойду на работу и будем работать уже инкассатором. Меня повысили, я уже не охранник, я уже инкассатор. И будем ездить по банкам, будем уже развозить деньги. И, надеюсь, будет чудесная работа. Увидимся уже утром. Всем спасибо, кто смотрел. И до новых встреч. Всем пока. I am the king, 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 king.